Прекрасне влучання, смачна детонація. Попрошу наших глядачів відразу поставити лайк, прокоментувати, тому що це є склад боєприпасів нашого ворога. І хто ще не поставив, тепер поставте лайк за те, що це відбулось на території Російської Федерації. Пане Романе, це в Білгороді влучання, і Sky News повідомляє, що вперше в цій повномасштабній війні Росії проти України наші повітряні сили застосували, використали авіацію по території Російської Федерації. В этом сообщении была ссылка на то, что был удар нанесен по командному пункту, ну, по крайней мере, наш генштаб это подтверждал, по командному пункту, а здесь вторичная детонация, это может быть даже два удара в одно и в другое место. Ну вот что показательно, слышно конкретная вторичная детонация, этот склад, как минимум склад боеприпасов там тоже был, может быть это одно и то же, то есть командный пункт вместе со складом боеприпасов, но вторичная детонация при разлете 1.5-2 километра. И толпа российских, мягко так скажем, недалеких людей стоит рядом и смотрит на что? Чтобы снаряд прилетел, разорвался, голову посносил. То есть вот отношение. Нам ни в коем случае нельзя так делать. Это для наших людей опасно. Почему? Потому что при вторичной детонации очень большие проблемы в радиусе 1.5-2 километра. Потому если такие ситуации видите, отойдите, уведите детей, уйдите в какие-то бункера или прикройтесь двумя стенами, это как минимум. С этим надо, конечно, не шутить. Ну а сам удар по российской территории, это уже не первый удар наших средств, авиационных средств поражения. У нас летчики еще в 22-м году выполняли заходы на российскую территорию, уничтожали колонны, которые шли в Украину. Ну, так сложилось. Никто об этом толком не говорил. И сейчас говорить, наверное, не будет. Уже после войны эта информация подойдет о наших героях. Заходили на предельно малых высотах Курскую, Брянскую, Белгородскую области, уничтожали военные колонны прямо там, в России. Сейчас это продолжается. Уже тогда у нас были только советские боеприпасы, потому летчики очень сильно рисковали. А сейчас, конечно, западным вооружением, скорее всего, было использование авиации с западным вооружением. Те же планирующие авиабомбы «Хаммер» с предельно малых высот. С малых высот их можно также сбрасывать. Су-25 очень хорошо с этими работают с этими авиабомбами. И они еще на реактивной тяге, там есть авиабомба планирующая, но есть реактивная тяга, они километров 20 могут проходить с точки сброса, это как минимум, если предельно малая высота. Поэтому это не начало, это продолжение боевой работы нашей авиации, которая становится так реально, сейчас начинает становиться на крыло с помощью дальних средств поражения наших союзников, то есть которые были имплементированы в нашу старую советскую технику, а сейчас начнут подходить, как минимум уже понятно, что будет два типа самолетов, а скорее всего будет и третий, и Грипен, то есть F-16, Мирзи, и потом Грипен, они уже более масштабно будут применять вооружение, в том числе и по российской территории. Пане Романе, і символічно, що безпілотник наш над Білгородською областю міг пролітати за останні 24 години з прапором України. Ну, кажу, це є дуже символічно. Загалом, Інститут вивчення війни підрахував, що дозвіл в першу чергу Сполучених Штатів Америки бити по території Російської Федерації – це орієнтовно 16% території, по якій ми можемо бити. А 84% не можемо влучати, тому що атакамс нам заборонили. Але загалом, чи достатньо 16%, чи можемо ми взагалі так поділяти, як от подають аналітики ІСВ? Ну, конечно, 16 это мало, но тем не менее, это да, такие впечатляющие цифры, то есть мы идем на увеличение положительных для себя моментов. А вот по поводу беспилотника с флагом над Белгородчиной Украины, это такое знаковое событие. Не знаю, кто это придумал, но молодцы ребята, которые выполнили эту задачу. Дело в том, что в Белгородчине, в Пульщине, в Брянщине, в той же Воронежской области, Ростовской области, до Кубани очень много этнических украинцев. И поверьте, что-то ёкнет в сердце украинца, который живет на чужбине,
на данный момент в том же Белгороде, когда увидит украинский флаг у тебя над головой в Белгороде и поможет украинским войскам. Поможет однозначно, там надо только переломить ситуацию. Ну, аж 16, я думаю, мы поднимемся. Пане Романе, та до речі, знову ж таки появився Кадиров, і він запостив себе відео в себе в телеграм-каналі. Є скріншот з цього відео. Чому я згадую про нього? Тому що, начебто, фотографія його була біля Ришківської сільської ради. Це є Сумська область, біля Тьотькіна знаходиться це селище. Наш генштаб спростував цю інформацію, сказав, що це все є неправдою і під контролем України знаходиться це селище. Загалом, це може бути ІПСО, не ІПСО. Як воно взагалі впливає на ситуацію на фронті? Треба розуміти локацію. Відео або фото матеріалів. Кадировці тут спеціалісти в TikTok войсках. Вони в цьому сенсі хорошо, кстати, розбираються. І в ІПСО в тому числі. Тобто, коли це було? Діло в тому, що в течение останніх років россияне заходят на нашу территорию, диверсионно-разведывательные группы российских войск, тех же кадыровцев, они заходят, ну это, допустим, это Рыжовка, она находится буквально на границе с Россией, потому они в любой момент, пока там, допустим, наших войск, может быть, не было или не было контроля, могли зайти не сейчас, это могло быть раньше. Хотя могли и сейчас, то есть, в принципе, не исключается такая возможность. До линии границы в трансграничных областях находятся десятки населенных пунктов с нашей стороны. Там есть некоторые вообще разделенные границы пополам. То есть, вот в такие пограничные населенные пункты заскакивают россияне, могут в том числе и как TikTok-воины создавать такие ипсошные картины. Потому не исключая такого возможности, но именно это район Теткина для россиян он очень опасен. Они могут доиграться. Дело в том, что если еще произойдет несколько таких казусов, случаев, допустим, то наше командование может принять решение срезать это вклинение. Теткина вклинивается в нашу оборону в Украину. То есть там такой вклинение где-то километров на 15, и его оптимально срезать, оставить там несколько километров фронта, но это придется тогда временно аннексировать российскую территорию с центром в Теткино, уменьшить линию фронта. Кстати, с точки зрения мирового отношения к таким действиям, оно будет положительным, то есть нам никто ничего за это не скажет. Мы можем кратковременно заходить на российскую территорию для выполнения боевых задач, особенно в режиме обороны. Для нас в режиме обороны удобно как раз аннексировать Теткинский выступ. Пане Романе, це північ нашої країни. Переходимо до півдня і тимчасово окупованого Криму, тому що там було гучно, спекотно і гаряче. Є мапа, власне, що відбувалося цієї ночі, з першої ночі, орієнтовно в тимчасово окупованому півострові. Ось на інфографіці промальовано, де лунали вибухи. По 6-8 вибухів. Це і Євпаторія, і бачимо Джанкой, і також напрямок сухопутний до Армянська і на Херсонську область. Перекривали на 2 години Керченський міст. Пропрацьовують наші сили далі військові об'єкти? Скорее всего, да, были действительно попадания, потому что информационный поток, который сейчас россияне заполонили со стороны Крыма, подтверждает практически, потому что есть очень много блогеров, которые ведут, по крайней мере, по прилетам, так это точно. Причем заходы на военные объекты, именно на военные объекты и прилеты, то есть взрывы происходили именно наземные. Значит, прошло достаточное количество боеприпасов. Какого вида? Ну, я думаю, в течение суток наш генштаб подтвердит. Ну, оптимальный вариант, конечно, сейчас использовать атакамцы, ракеты Storm Shadow и Scalp по дальностям. Это могут быть, и, кстати, и 100-мильные атакамцы, которые можно с правого берега отстреливать. Но в зависимости от поражения, я думаю, в зависимости от типа поражающих элементов, будет понятно в течение дня. Самі ж російські пабліки та і покажуть.
Пане Романе, і також є цікава дуже інформація, тому що наші безпілотні екіпажі, беки, атакували баржу і також буксир. Буксир називається «Інженер Смірнов», а баржа – секція 179. Передає британська преса, що саме ці от баржі мають слугувати боновими перешкодами біля Керченського мосту, аби не давати змоги працювати по цій забудові незаконній. Але що цікаво, ці баржі, давайте спочатку подивимося відео, як воно влучає, і підтвердження того, що такі наші безпілотники били по Чорноморському флоту. От, взрив, іскри полетіли. О, ні! Я ж беру кришку приземлю. Правий борт, вон правий борт пострадав. Пане Романе, що цікаво, ці атаки відбувалися в Азовському морі. Якщо я не помиляюся, це вперше беки наші працюють в Азовському морі. Ну, здесь надо уточниться, вряд ли это беки. В безэкипажный катер не зайдет в Азовское море. Ну, не получится именно пройти беком. А вот беспилотники, да, то есть авиационные средства поражения, они могут дойти, причем на прямом управлении. Это сложно, но это возможно. Были поражены как минимум два судна российских, корабль-буксир Черноморского флота, который, кстати, буксировал секцию для обороны, там, здоровый буксир, который буксировал секцию для отстраивания обороны Керченского моста, потому, скорее всего, он и был выбран как один из объектов удара. Беспилотные летательные аппараты, еще раз повторюсь, это надо посмотреть в течение дня уже подтверждение, сейчас у нас еще этого подтверждения нет, но скорее всего это все-таки летательный авиационный беспилотник, который был под прямым управлением. Очень сложно. Дело в том, что в идущий буксир сложно попасть, и в принципе ребята научились на таких дальностях, а там дальности под 200 километров, научились управлять, выстраивать определенную цепочку ретрансляторов и управлять уже беспилотниками непосредственно в районе Азовского моря. Потому россияне, которые сейчас перегнали, а почему, скорее всего, наши активизировались в Азовском море, россияне перегнали часть кораблей из Новороссийска в Азовское море, пытаясь рассовать их там по портам именно Азовского моря, может быть, с расчетом на то, что потом их перебросят через Дон, Волга-Донской канал, в Волгу и в Каспийское море, передадут в Каспийскую флотилию. Один из вариантов, почему они начали перебрасывать корабли, особенно, кстати, малые корабли, малые ракетные катера в Азовское море, с расчетом на Каспийское. И вот нам их надо перехватить. И вот, может быть, это как раз была попытка перехватить эти ракетные катера, для того, чтобы не дать им возможность уйти в Каспий. Они с Каспия могут ракетами, калибрами с Каспия могут работать. Потому нам очень важно, конечно, их затопить. Ну, попался буксир, значит, ударили по буксиру, так как буксир тянул эту секцию обороны Керченского моста. Пане Романе, і по авіації, що відомо, політика каже наступне, що до кінця року буде готово 20 наших пілотів для того, аби оперувати F-16-ми. Це мало, багато, недостатньо, можна було більше? От однозначно мало. 20 пілотів – це ну, максимум на одну ескадрилью, на 12 самолітів. То есть где-то примерно так. І це вопрос, ну, може бути, це в режимі такого білого шуму, для создания определенных ИПСО для под россиян. Именно эта цифра, так о ней говорится. Скорее всего, будет больше летчиков. Вопрос, конечно, не на порядок больше, там не в 10 раз, но я думаю, будет больше. Так как самолетов будет передаваться несколько десятков, а раз так, то значит летный состав должен быть хотя бы по одному летчику на один самолет. Но я не исключаю возможности, что на F-16 будут летать в том числе и военнослужащие уже нашего интернационального объединения. У нас есть это объединение, там тысячи человек со всего мира служат в составе вооруженных сил Украины, и возможность того, что летный состав, который летал на F-16 в мире, изъявит
желание, допустим, выполнять боевые задачи на нашем театре военных действий, она очень высока. Уже мы неоднократно слышали предложения и запросы, и, скорее всего, этот механизм тоже будет запущен. То есть рядом плечо с плечом будут летать и украинские летчики, и летчики интернационального корпуса. До речі, про авіацію далі, пане Романе. От ми регулярно з вами проговорюємо, що ворог б'є по Старокостянтинову, очевидно, хоче наше полотно зльотне дістати. Взагалі, проблема, наші союзники казали, що проблема передачі Україні F-16, це не лише інструктори-пілоти, але й інфраструктура. І от командувач, начальник авіації повітряних сил Збройних сил України каже наступне, що частина F-16 буде базуватися не в Україні. Це справді таке реально, і чи не буде наш ворог, агресор, це розцінювати як фактично використання авіації Альянсу по його території? У вас оговорка по Фрейду. Хотіли сказати командуючий авіація, потім поправили і сказали начальник авіації. Так от правильно, должен бути командуючий воєнно-воздушними силами. А у нас виходить начальник авіації, типу начальник кобил. Ну, это я именно об этом лет 20 уже, после того, как в 2004 году Кучма развалил военно-воздушные силы, и у нас ВВС, вернее, не ВВС, сейчас это авиация, в загоне, реальном загоне. Знаю, о чем говорю, много летчиков знакомых. Потому, почему в загоне? Потому что руководят ПВОшники. Это наземные части, все-таки это оборона, задача вообще по противовоздушной обороне – это оборона. А летчики, особенно истребители – это нападение, это атака. То есть другие психофизиологические данные организма и сама психоматрица, так называемая, прописанная ПВОшнику в голову с задачей обороны и истребителю задачи нападения. Потому здесь вот сталкиваются эти проблемы. И почему? А потому, вернее, почему? Потому что сама структура нарушена была, управление военно-воздушными силами. Сами военно-воздушные силы были уничтожены. Сейчас у нас есть авиация в составе воздушных сил, руководимая ПВОшниками, а даже главнокомандующий, командующий ВВС у нас даже называется начальник авиации. Водитель кобыла, я это уже сказал, так это, по крайней мере, для летного состава звучит. Кстати, летчик очень хороший, это бывший комбриг 114-й бригады, МиГ-29 летает до сих пор, выполняет задачи, выполняет задачи управления остатками нашей авиации. Но я думаю, при заходе F-16, «Миражей», а тем более «Грипенов», ну, надо будет однозначно восстановить военно-воздушные силы, и чтобы не водитель кобылы руководил авиацией, а командующий военно-воздушными силами выполнял эти задачи, потому что уже будем поднимать этот уровень на ту высоту, которой должен находиться, то есть в третьем тысячелетии. Авиация, с помощью авиации выигрывают войны. Ни одна страна, ни одну войну без авиации не выиграла. Потому не будет авиации, ни о каких наступательных операциях речи быть не может. А вот то, что тем более, если еще и располагаться будут на разных базах, подтверждаю, именно так и должно быть. То есть обслуживание этих самолетов, регламентные работы, их лучше производить на базах, которые для этого предназначены. У нас на данный момент из-за ударов россиян, возможности ударов россиян высокоточным оружием, сложно развернуть базу подготовки самолетов, особенно межрегламентные работы в ТЧИ, технико-эксплуатационных частях. Это лучше делать на базах за кордоном, лучше это в Румынии, может быть, в Германии или в Польше. Так оно и будет делаться, потому часть самолетов будет расположена именно там. Из разных причин, начиная от причины, связанной с обслуживанием, заканчивая тем, что нужны, допустим, будут дополнительные борта для того, чтобы заменить, может быть, поврежденные или уничтоженные на нашей территории. Потому правильно, вот стартово правильно расположение бортов уже, ну, тех, которые будут задействованы
на нашей территории. Оптимальный вариант базы, вообще оптимальный вариант для использования самолетов, это базироваться, допустим, просто навскидку говорю, допустим, в Польше, обслуживание идет в Польше, а в Украине аэродромы используются в качестве оперативных, то есть аэродромов подскока. Дальность все-таки большая для того, чтобы самолеты F-16 берут в себя мало авиационного керосина, воздушная заправка вряд ли будет возможна, потому дозаправлять их лучше как раз на земле, то есть у нас они могут садиться на наши аэродромы, дозаправляться и дальше лететь, выполнять боевую задачу, уходить обратно с таким же, после выполнения боевой задачи опять сели на аэродром подскока, дозаправились и ушли на базу, допустим, в Польшу, в Румынию, в Германию, ну, до Германии далеко, но Польща, Румынія, так це точно, ці бази можна буде використовувати. Пане Романе, якщо говорити по лінії бойового зіткнення, що відомо на станом на 10 червня? Ворог просунувся на Покровському напрямку, от від Очеретиного до траси Новоолександрівка. Ось про те, що ми з вами говорили. Очевидно, до траси рухається Покровськ-Костянтинівка. І також є просування, пане Романе, Часів-Яр. Важливий напрямок, лобове просування і північніше трішки, це новий канал, масив. Відповідно, є вже фотографії, як в передмісті, в перших будинках ворог зумів завісити свій прапор. Там прапор і Російської Федерації в Часовому Ярі, ну, на підходах до Часового Яру, і, відповідно, прапор їхніх десантно-штурмових військ. Наскільки це серйозно, чи ми можемо проводити аналогії з вивішенням прапорів їхніх цих тряпок, я пригадую, було на Териконі біля Авдіївського коксохімічного заводу, коли вони атакували? А вот на этом видео хорошо видно, что с Часов-Яра сделали россияне. Видите, что они делают с городами и где потом свои тряпки, аквафреш свой вешают. Или там, допустим, этот ВДВшник. То есть уничтожается город в ноль, а дальше на руины пытаются выползти эти российские представители русского мира. То есть вот здесь вот четко видно, это надо размножить и по миру разбросать. Вот что делает ВДВ России с городами Европы. То есть вот примерно такое завоевание, так сказать. Взяли разрушенное здание. Сначала его разрушили, потом его взяли. Эффект бумеранга, надо не забывать. Будете потом на своей территории такие же здания вот так же пытаться защитить. С такими же флагами. То есть вот так же будет выглядеть часть, а может быть и вся европейская часть России до Урала. Это чтобы потом вопросов не было. Почему? А нас за что? Ну вот примерно так. Вот смотрите за что. Вот именно за это. Пане Романе, якщо говорити, до речі, про Європу, ви згадали, відбулися там вибори до Європарламенту, Шольца партія не виправдала своїх надій, так само і партія Макрона програла Марі Ле Пен. Але загалом проукраїнська партія, яка займає проукраїнську позицію, так, Європейська партія набрала і перемогла, і Урсула фон дер Ляєн каже, що навколо цього будемо формувати коаліцію і, відповідно, працюватимемо для перемоги України. Загалом, ці от вибори, поразки наших союзників, як можна оцінювати? Подняли голову в Європі. Крайні ліві, крайні праві, проплачені росіянами, некоторі, ну, тим не менше, центр Європи і центральне ядро проєвропейське, проукраїнське, оно сохранено, и сейчас вокруг этого ядра будут формироваться все системы Европарламента, Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, останется руководителем, то есть потому можно поздравить Европейскую народную партию с победой. Это она взяла самое больше голосов в Европарламент и будет формировать сейчас как раз такую коалицию управления. Это основное, ну, а в частности, допустим, Фицо потерял, вот как бы кто ни думал, но партия Фицо словацкая очень сильно потеряла, это показатель такой серьезный. Не набрали того количества голосов, которые хотели та же партия Шольца. Это такой мягкий намек Шольцу о том, что надо быть все-таки покатегоричнее в создании и защите европейских ценностей. Есть вопросы у того же Макрона. Макрон сейчас парламент распускает.
как раз из-за недостаточной, по крайней мере, непланируемого набора своей силы в Европарламент. Это один из показателей промежуточных, в том числе и для внутреннего управления, потому будет сейчас перезапущен в том числе и парламент Франции. Еще несколько руководителей европейских сейчас будут подавать, кто-то в отставку подаст, кто-то будет перезапускать у себя кабинеты, кабины или, допустим, парламент. Ну, это сейчас пойдет волна по Европе в ближайшее время. Но, тем не менее, то есть то, что мы один из таких вех, которых для Украины было очень важно, это как раз выборы в Европарламент. Выборы произошли, то есть состоялись, проукраинские, проевропейские партии набрали большинство и взяли центральные механизмы комплектования систем управления. Потому для нас это, конечно, хороший показатель. Следующее для нас веха – это выборы в Белый дом, то есть президента Америки на ближайшие 4 года. И надо четко понимать, что при президенте Байдене не видать нам НАТО. Это уже четко, он уже это подтвердил. То есть не видать нам НАТО, это значит, не будет у нас никакой стабильности и мира, который может дать зонтик натовский. Нам очень важно вступление именно в этот блок. Не видать нам ни Крыма, ни Донбасса. Скорее всего, это администрация обамовская еще, обамовско-байденовская администрация, продав в свое время Крым в 2014 году и Донбасс в том числе. Пытались это все организовать, завернуть уже в юридическую форму. В 2022 году мы это видели, эти хабадные темы по сдаче Крыма и Донбасса на базе площадок в Стамбуле, которые организовывали такие ярые хабадники, тот же Абрамович и тот же Беннет, израильтяне великие. То есть не получилось пропихнуть через юридические моменты. Сейчас пытаются, но вряд ли получится, опять сдать Крым, Донбасс, сухопутный коридор на этих всяких швейцарских и там дальше каких-то саммитах. Будет попытка однозначно попытаться еще раз просунуть, только уже через украинское общество, сдачу наших территорий под видом возврата потом дипломатическим путем лет через 1500-2000, ну, примерно так. То есть эти попытки однозначно будут, но они пресекутся, конечно, украинскими офицерами, которые знают, кому давали присягу и знают, что делать с предателями Родины, потому что подавали присягу народу Украины сохранять суверенитет и территориальную целостность страны. Потому все, у кого только мысль возникнет отдать на несколько хоть часов или минут нашу территорию, считайте, что пуля в голову уже обеспечена. Пане Романе, і до речі, республіканець, сенатор Лінсі Грем каже наступне, що США мають допомогти Україні виграти війну проти Росії, інакше Російська Федерація віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини. Він сказав суму в 10-12 трильйонів доларів критично важливих корисних копалин, особливо ми говоримо про схід нашої країни. Як ви вважаєте, чи справді Китай от безпосередньо зацікавлений в такому напрямку? Китай по миру все или скупает, или захватывает. Здесь это одинаково. Скупить и захватить – это одно и то же пример. Не получилось купить, они пытались скупить. Вот даже тот же Запорожский завод по производству авиационных двигателей пытались купить. Для россиян, кстати, в том числе, потому что он в основном выполнял заказы российские. Даже во время войны с Россией производились двигатели для российских К-52. То есть и там большинство К-52-х это с нашими запорожскими двигателями, которые были произведены там, в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м годах и поставлялись. А вот китайцы хотели усесться на эту тему, естественно, для себя на движки делать, ну и россиянам перепродавать. Это Китай везде в этом. То есть у него задача захватить все определенные месторождения, которые нужны, допустим, для китайской промышленности в мире, а дальше диктовать свои условия уже миру. Это такая экспансия китайская. Потому вот эти все
щупальца китайские надо обрубать без контакта, а не сидеть, как сивига торчит в Китае, опять, скорее всего, перетирает условия сдачи или продажи Украины. Других задач не может быть на данный момент с нашим врагом. Китай враг еще похуже России, потому что Россия просто полудурки, которыми пользуются китайцы, а китайцы не умные в этом смысле. Это тысячелетняя история, и эта империя китайская, она вот сейчас пытается мир, весь шарик окружить, и экспансия разная может быть, одна из которых это как раз экономическая, с помощью российских полудурков, которыми те же китайцы пользуются для того, чтобы как тараном для того, чтобы получить желаемое. Действительно, на Донбассе там больше 10 триллионов долларов полезных ископаемых. Это только на Донбассе. А Украина – это около полутора-двух десятков триллионов долларов полезных ископаемых. Мы самая богатейшая в этом смысле страна Европы, в смысле полезных ископаемых. Если считать всю даже Европу до Урала, от океана до Урала. То есть самая богатейшая страна. С властью нам не везет. Вся власть, которая была в Украине, это просто продажные, мягко скажем, люди, которые в основном набивали свои карманы, а не думали о стране как таковой, о том, что здесь можно было бы народу целому украинскому жить. И иногда, может быть, даже получше, чем некоторым европейским странам. Но это еще будет, тут однозначно вопросов нет. Эта власть уйдет, следующая, скорее всего, будет из представителей военной элиты. Они уже вытащат эту страну и сделают из нее серьезную европейскую державу. Пане Романе, дякую вам за це звернення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні 10 червня, понеділок. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, обов'язково ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зверненням. Мене ж звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.